Предстоящая ночь для 1,5 миллиарда мусульман всего мира будет особенной. Последователи ислама готовятся встретить Кадр-Тана, или благословенную ночь предопределения. Верующие верят, что именно в Кадр-Тана пророку Мухаммеду было снисполано первое откровение Корана. Эта ночь приходится на период священного месяца Рамазана и считается самой важной в году для каждого правоверного. Считается также, что в это время определяются судьбы людей на следующий год, поэтому мусульмане проводят Кадр-Тана в мечети, читая Коран и вознося молитвы Всевышнему о благополучии и мире. В столичной мечети Хазре Султан ночь предопределения встретят около 30 тысяч верующих. По словам наиб муфтия, главного имама мечети Хазре Султан Серикбая Кажи Ораз, в этом году Кадр-Тана свои произведения будут читать известные казахские акыны. В эту священную ночь мы должны проводить богослужение Всевышнему Аллаху. В хадисе говорится, кто проводит эту ночь с верой и надеждой на награду Аллаха, тому прощаются все грехи. Мы также завершаем чтение священного Корана «Хатм Коран», который продлится уже 27-й день в нашей мечети, и будут большие молитвы, посвященные этому ночью предопределения.